твои комментарии по этому матчу, что скажешь про Гейтса? Ну, начало провалили немножко, в середине вроде более-менее, но в конце чуть-чуть не хватило, чтобы дожать и забить. Ну, твой дебютный матч за Салават Юлаев, да, ты сыграл немного, но тем не менее, как впечатление, как эмоции сейчас? Ну, эмоции только положительные, жаль только, что команда проиграла, а так в основном все нормально. Насколько сильно игра отличается от ВХЛ, от МХЛ? Ну, ну, особо не успел почувствовать, но так только скорости немного побыстрее приходится, думать быстрее. Ну, так, в принципе, еще не почувствовал. При второй заброшенной шайбе юлаевцев оказался на льду. Как там все произошло? Расскажи нам вид оттуда, как это было. Ну, вроде вышел, так что-то на пятак полез. Ну, там удачно бар отдал, картаю тут бросил, хорошо, что забили.